Ассаламу алейкум. Добрый день, друзья. Приветствуем вас на канале Fan Studio. Сегодня у нас экскурсия на берег океана, а точнее очень знаменитый пассаж Дагуа. Этот пассаж знаменит тем, что два раза в день, вот я сейчас вам, пока мы добираемся, два раза в день поднимается вода, и только тогда можно на остров переехать. Вот сейчас мы вам покажем издалека. Вот мы уже здесь, опоздали, правда. Сейчас уже вода поднялась, будем подходить, показывать вам. Я сейчас вам тоже расскажу историю этого пассажа, перехода на тот берег. Ну, это уже поближе к морю, когда доедем или дойдем, скажем. Тут один бар, ресторан Кас де Кампо. Вот. Знаменитый пассаж де Гуа. Или как произнес, на французском. Дезюлья. Вот, друзья, мы приблизились к самой дороге, пассажу нашему, пассаж Дугуа, который соединяет остров Нуармутье. Остров, он сам находится. Сейчас попробуем приблизить. Вот он, остров. Вот она, дорога. Она в данный момент, как мы видим, под водой. Вот. Остров Черный Монастырь называется. Да. Этот остров в свое время, в году 830-м, на острове был построен один такой монастырь, который защищал от нападения викингов. Вот. Теперь этот остров включен в список исторических памятников Франции и используется в качестве музея. Вот такая история. И на этом острове, как я слышал, так выращивают элитный сорт картофеля. La Bonette называется. Килограмм которого стоит 500 евро. Это же надо быть каким опухшим, чтобы такой картофель за 500 евро хавать. Ни стыда, ни совести людей. Вот. Мы сейчас будем делать фотографии. Все. Покажу вам. Поближе подойду к воде. Сюда вот. Хотя все видно даже. И когда-то даже вот этой дороги не было. Единственный путь, который здесь был, это на лодке можно было переплыть. А потом этот остров обнажил свое дно илистое и как бы дорогу сформировал, этот ил, и построили дорогу. И вот такие исторические данные. Приблизительно, говорят, в 1840 году по дороге регулярно ездят на машинах или на лошадях.
В 1971 году был построен мост, связывающий остров с материком, который стал альтернативным способом попасть на остров Норт-Монте. Но посадка его все равно не потеряла популярности. Ну, не потеряет, конечно. Сейчас тут собираются машины, собираются люди. Сейчас я вам тоже все это покажу. Сделаю фотографии. Я в интернете видел все, фотографии есть. Очень интересно было все. Ну, самому сделать, приехать, это тоже, я думаю, будет интереснее. Мы с друзьями 500 километров дороги сделали, чтобы специально приехать, посмотреть на все это чудо природы. В интернете я видел фотографии и видео были. Но чтобы самому приехать, я вам скажу, это уже что-то другое. Я подойду сейчас поближе. Люди подходят тоже к берегу, смотрят. Как вы видите, вода, возможно, даже невозможно, точно она добиралась вплоть сюда, вот до берега. Волнорезы вот поставлены. Построены волнорезы. Может, как-то по-другому называется, но вода была вот здесь вот. И был уже отлив. Будем приближаться к берегу, к дороге. Вот он сам пассаж. Прилив идет или же отлив, я не понял. Это уже отлив. Отлив? Угу. Вот знатоки говорят, что это отлив. Ну, будем надеяться, что отлив. И через час-два. Или вот, через час-два мы сможем. Вода постепенно уходит уже. Да. Вот вода уходит. Вот вода уходит, как мы видим. Думаю, это будет интересно. Мне бы хотелось так с водой так проскочить туда, на остров, чтобы вода была. Думаю, это мы сделаем. Раньше здесь говорят, люди на машинах пытались проскочить, и кто-то опаздывал, и застревали, и для таких вот, ну, неуспешных, скажем, строили вот такие валуны, или он. Островки такие, чтобы человек мог забраться и подождать отлива. Ну, тут обычно такие соревнования по бегу, по велоспорту проводят. Смотрите, дорога, асфальт. Нормальная. Неплохая дорога. Смотрим. Неплохо ведь.
самом краю дороги. Друзья, посетители канала, я так изредка буду рекламу делать своему каналу. Буду вас, если понравилось, если подписаться на мой канал, оставлять свои комментарии, чтобы для вас это не было новым чем-то, если я так буду говорить. Так что учтите. Вот я вам сейчас чаечку засвечу. Где она была? Вот она. О-ла-ла. Это уже не отлив, это уже прилив. Волны на нас идут. Попробую не убежать и держаться. Мне надо убегать. Осторожно. Осторожно. Жалко, без волка плащ. Мы первооткрыватели. Идрис, могу он тебя, его лацан, что ли? О! Юга! Сюрчдо! Засвети личко! Первый открыватель, ну во! Первый открыватель! Мотоцикл, ух, штырч дохуй. На продажу. Ну что, товарищ, друг наш сердечный, что скажешь о том, что ты увидел? А? Впечатляет. Впечатляет, ну, да. Впечатляет. Что народу скажешь нашему? Вот подписывайтесь на канал Prime Studio. Вот и смотри. Вот он вам сказал дело. Подписывайтесь, не пожалеете. Не пожалеете. А? Не пожалеете? Не пожалеете. Оставляйте свой комментарий. Подайте целожды, да. Вот так что слушайтесь.